В Москве устраняют последствия очередного ливня. С небольшими перерывами он шел со вчерашнего вечера. Местами выпало до половины месячной нормы осадков. С подтоплениями борются более 300 бригад Мосводостока. В общей сложности это около 1000 рабочих и 290 единиц спецтехники. Синоптики говорят, циклон задержится в городе еще на сутки. Осадки, гроза, порывистый ветер до 15 метров в секунду. При этом холодно не будет, обещают выше 20. Уже завтра тучи начнут рассеиваться и вновь выглянет солнце.